Вот, последние, скажем, несколько месяцев, после того, как вышла вот эта вот головоломка от Шэнк-Шоу в массовое производство, все так долго ждали именно Мастер Пирамидс, потому что раньше можно было купить скругленную от Мефферта, но за счет того, что вот эти вот элементы при повороте не стирались и ломались ножки вот этих вот элементов, потому что, видите, они свисают тут полностью, то Мефферт перестал их выпускать, в принципе. Но Шэнк-Шоу, слава богу, небольшое количество выпустила. Гонка невероятно редкая, так что, когда будет такая возможность купить ее, покупайте. И люди не могут ее собрать, поэтому постоянно ко мне спро у меня спрашивают, потому что в Рунете, конечно же, обучалки по такой штуке нет. Я хочу сказать, что они просто, ну, кто обращается ко мне с просьбой показать сборку этой головоломки, как это делается, они просто обладают достаточно маленьким опытом сборки головоломок вообще, эти люди. На самом деле, головоломка достаточно проста в сборке. Если вот так вот покрутить, вот так вот, такой поворот, видите? То есть, по сути, на две половины делится головоломка. То есть, здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 элементов здесь. А здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. То есть, по сути, тоже 13 элементов. По сути, это скьюб. Видите? Но к нему добавлена сложность одна, небольшая. Это вот этот маленький поворотик. Ну что ж, давайте начнем собирать, что ли. Собирать, опять-таки, я говорю, будем точно так же, как скьюб. Вот смотрите. Вот эти вот уголки тривиальные вершины, их можно просто повернуть вот так вот. Раз. 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 И раз. И уже гонка, в принципе, выглядит намного лучше, правда? Вот. Теперь мы смотрим внимание на вот эти вот, скажем, вот этот вот, видите, вот этот вот октайдер здесь вот, за основу взят, видите, вот эти вот элементы. Смотрим сейчас на них внимание, на вот эти вот реберные, октаэдральные, ромбические, вот эти вот центральные элементы. Мы должны к ним поставить вот эти маленькие винги, вот эти маленькие реберные элементы, вот эти. То есть их надо спарить, вот эту троечку, просто спарить. Это делается вот таким способом. Смотрите, видите вот этот вот элемент, да? Мы можем его поднять вот на эту сторону и вот так вот спарить таким поворотом. Все. То же самое делаем еще раз. То есть вот этот элемент раз, раз. И вот так вот его спариваем. Видим, троечка у нас образовалась. Так. Теперь мы должны то же самое сделать с оставшимися деталями. Например, вот этот вот элемент, вот этот, нам надо поставить его вот сюда, вот с этим. Раз. И спарим. Теперь спарим его вот с этим вот элементом, но здесь у нас уже стоит ребро. Значит, мы просто ставим так, чтобы третье не стояло. И так просто три спариваем. Так. Вот этот элемент ставим сюда. Этот элемент сюда. Так, у нас так, так и так. Так, хорошо. У-пу-пу. Так, да? И то же самое делаем здесь. Мы видим вот такую ситуацию. Значит, мы должны ее, по сути, сбить. Вот так вот. Вот. Мы видим вот такую ситуацию. Видите, ребра, они у нас развернуты таким образом. Значит, что мы делаем? Мы их разбираем вот так вот. Это ребро мы можем поставить другим концом и спарить его. То есть, сейчас я вам покажу. То есть, вот так вот. То есть, как в кубе 5 на 5 на 5, скажем так. То есть, мы тут спариваем эти элементы. По сути, очень схожая методика сборки на, скорее, Master's Cube или на Rex Cube, где тоже там спаривалось. И вот мы должны теперь эти три поменять. Опять-таки, мы этот элемент можем поставить вот сюда, вот раз. И мы вот это все ребро можем вот такими вот движениями, то есть просто развернуть. Таким образом у нас ребро перевернется, этот элемент станет сюда. И мы видим, что мы спарили все ребра. После этого мы собираем головоломку как скьюб. Смотрите. Смотрим на вот эти четыре угловых элемента, да? Ставим их вот таким вот образом, как тривиальные вершины. Просто поворачиваем. Так.
Что не так? А, вот, то есть раз, раз. То есть, видите, два стоят. Третий, вот он. И четвертый. Четыре величины стоят. Далее, затем четверочками мы гоняем вот эти вот элементы, реберные, то есть одно у нас на месте, второе тоже можем вот так вот поставить. И у нас собрались вот эти вот элементы. Теперь мы должны этот элемент поставить вот сюда. То есть опять-таки раз, два, три, четыре. Вот. Что и требовалось. Собрана вот эта вот штука. Вот этот центральный элемент, мы его ставить его не будем пока что. Мы его ставим поставим в самом конце сборки. Это будет самым последним этапом сборки вот этих центральных элементов. Пока мы собираем только ребра. Только ребра. Вообще привыкайте, в головоломках так и надо делать. Сначала один тип деталей собирать полностью, потом другой. И нам надо теперь эти элементы поменять. Так, этот элемент можем поставить вот на этот вот слот один. Вытесним пока что его. И поставим вот сюда. И это, по сути, мы ставим четверками ребра, как в пирамидке, наверное. Вот. И мы имеем вот такую ситуацию, что у нас два ребра надо развернуть вот таким образом. Развернуть два ребра. Я думаю, что надо для начала бы, конечно, поставить это ребро правильно. Вот. И тогда у нас все соберется. То есть, по сути, что делать в той ситуации, если у нас два ребра развернуты вот так вот, да? Что мы делаем? Мы вот так вот его, их вот... Смотрите, вот мы их ставим вот так вот, да? У нас есть третье ребро, вот, которое участвует в четверке. Оно у нас не развернуто. Мы одно из этих двух ребер ставим на место этого третьего. Вот. И за счет него мы его будем разворачивать, смотрите. Это ребро при повороте встает правильно. То есть четверка, оно уже поставится правильно. То есть нам это не нужно. Это ребро тоже правильно встает. Четверка тоже станет правильно, нам это не нужно. Это ребро неправильно. То есть мы должны это место подставить его изначально правильно, чтобы у нас все собралось. Вот. И следующим этапом, что мы должны сделать, это поставить на место центральные элементы. Но перед этим мы должны посмотреть, а все ли угловые элементы у нас стоят правильно. У нас иногда может получаться вот такая ситуация, видите, когда вот этот один угловой элемент, он у нас, скажем, встает развернуто. Мы что сделаем? Мы собираем кубик и видим, что у нас только три этих стоят неправильно. Когда у нас стоят три центральных элемента неправильно, это говорит о том, что надо сделать таким образом. Смотрите. Ну, наверное, вы знаете алгоритм 3 четверки, который меняет вот эти два центральных элемента и вот эти два местами. То есть мы просто этот центральный элемент ставим вот сюда. То есть эти два меняются. И эти два меняются тоже. То есть здесь ситуация может быть только одна, по сути. То есть. И мы возвращаемся вот к такой ситуации, где у нас три поменены местами. Значит, что мы здесь делаем? Вот эта вот вершина, вот эта вот, должна и синим, и желтым, и зеленым стоять к этим угловым элементам правильно. Вот такое вот должно быть положение. Нам надо присобрать вот эти ребра тогда. Ну, здесь можно взять просто рыбку обычную, такую вот. И у нас, по сути, собрано все. Вот, теперь мы эти элементы переставляем реберные. И возвращаемся к той ситуации, которую, по сути, мы и сводили изначально. То есть, два так вот и два вот так вот. То есть, просто делаем три четверки. Раз, два, три. По сути, что мы здесь делали? Мы спарили вот эти ребра, чтобы потом собрать как скьюб. Потому что скьюб собирать надо именно так, как я это собираю, как это я всегда собирал. Ваш этот способ сборки скьюба... Где он там у меня? Способ скьюба, где вы к одной вершине, к одному центральному элементу подгоняете 4 уголка. Вот такой вот способ. Он, в принципе, он совершенно неправильный. Это очень большая ошибка вот таким способом собирать скьюб. То есть... Как вот все вы собираете скьюб? Вы собираете сначала так, потом вот такими вот. Собираете этот OLL, вертолет этот. Потом этот элемент ставите сюда центральной четверкой. Переворачиваете куб. И тогда второй четверкой все собирается. Ну и тут так вот делается. То есть, по сути, вы скьюб собираете вот таким образом, да? А этот способ, он, в принципе, неправильный. Скьюб надо собирать, я вам уже говорил, как. Скьюб надо собирать так. Вот смотрите, мы ищем. Здесь на скьюбе ищем. Вот неважно, эти четыре угловых элемента или эти, неважно. Видите, относительно этих он не меняется, он только меняет ориентацию.
И то же самое здесь происходит. Видите, три угловых элемента. Этот угловый элемент тоже меняет только ориентацию. Вот эти два и эти два, они всегда будут стоять относительно друг друга одинаково. Они могут стать относительно только вот этой группы неправильно. То есть именно тремя четверками мы ставим вот эту группу на свое место. Другого варианта быть не может. Вот эти два стоят на месте. Есть. Третий тоже на месте. Четвертый. Вот. То есть это, по сути, как будто бы крестовина. Четыре угловых элемента вот этих. Или вот этих. Неважно. Вы должны сами выбрать. Это уже от вас зависит. Это крестовина куба. И к ней мы ставим реберные элементы. Обычными четверочками. Раз, два, три, четыре. Вот. Сюда тоже. Раз, два, три, четыре. Второй элемент на месте. Есть. Ну и здесь просто вот так вот можно поставить. Все. И теперь смотрим. Ситуация такая. Этот угловой элемент надо поставить сюда. И автоматически этот идет же сюда. Вот они у нас два стоят помененными. И эти два тоже надо поменять. Это единственная ситуация, которая возможна. Вторая ситуация. Это только когда все собрано полностью. Полностью куб. То есть здесь только две комбинации может быть. Две. А в кубике Рубика их может быть. Бесчетное количество. Поэтому именно вот эта гонка, она считается очень простой в сборке. Как и это. То есть в этом вся и простота. Надо учиться собирать, наверное, вот с этой головоломки, наверное, вам. Или с какого-нибудь там Мастерс Куба. Или с Рекс Куба. То есть с таких кубов лучше начинать. А не с больших кубов, как это я делал, как это все делали. То есть эти два и эти два надо поменять. Мы делаем три четверки. При одной четверке меняются они вот так вот, но ребра меняются. При второй четверке они опять стоят неправильно, угловые элементы. Но при третьей четверке и угловые реберные стоят правильно. Потому что при одной четверке три реберных и три угловые элементы меняются вот так вот. Когда мы делаем это три раза, эти стоят на свои места, а за счет нечетности эти угловые элементы тоже меняются. Как их развернуть? Да очень просто. Мы просто их ставим вот так вот со своих орбит и смотрим. Этот угловой элемент должен пойти вот сюда. Надо запомнить, что при трех четверках этот верхний цвет, он так и остается сюда. Он идет таким образом. И мы просто опять делаем три четверки. То есть раз, два, три. А вот теперь представьте, что если вы какой-нибудь сделали shape mode с куба, вот эти центральные элементы, они будут иметь объемную форму. И что вы будете делать? Как вы его будете собирать вот таким методом, как вы его делаете? Я не знаю. Придется придумать новый алгоритм. К тому же есть такие... К тому же, вот смотрите, когда вы вот такой вот четверкой ориентируете угловые элементы на верхнем слое, вы видите, что, допустим, здесь вот они вот так вот находятся, да? Вот, то есть их надо вот так вот развернуть, да? Вот так вот. А, например, в другом кубе... В кубе, например, вот в этом, который сделан из куба, вы не увидите угловые элементы, где они у нас? Они вот они. И вы тут вот просто не увидите, вы не сможете понять, как они располагаются относительно друг друга. В таком ли положении, или вот в таком, то есть они в другую форму имеют. Вы не сможете распознать вот эту ситуацию именно. Вы не увидите этот OLL, скажем. И вы не сможете собрать таким методом shape mode с куба. То есть вам придется как-то, ну не знаю, лишний раз морочиться, скажем, вот. Cube, в принципе, это что это такое? Это изначально это... Что такое пирамидка? Это cube вот без этих вот элементов. Видите, пирамидка. А это вот, если посмотреть вот так вот, вот так вот. Видите сходство? Вот он, усеченный элемент, вот он, вот здесь вот. Вот, четыре. Вот они, четыре вот этих элемента. Вот эти ребра, это вот эти ребра. Вращение идет здесь вот так вот, здесь вот так вот. Видите сходство? Вот, оно сходство. И мы должны просто, вот это небольшая сложность, которая немножко усложняет куб. Мы должны испарить изначально, и тогда уже собрать полный куб. По такому принципу собирается, ну... Очень многие головоломки именно по этому принципу спаривания элементов. Dayan Jam 3, не знаю. Dayan Jam 4 тоже там так вот ребра спариваются. Тут Minx можно собирать таким образом. Зачем я послойно его собирал, я вообще не понимаю. Только время зря потратил. Все большие кубы так собираются. Все большие Minx'ы, Dodecaedra так собираются. Вот он, Gigaminx. Тоже собирается так же, то есть...
Здесь, в принципе, принцип похожий на додекаэдров. Тоже спариваются элементы. Далее, кто там у нас еще есть? Где он там у меня? Рекс-куб собирается тоже так же, по сути. То есть мы спариваем вот этот вот большой блок, эти тройки, и потом собираем такими четверками, просто представляем элементы. То есть способ, то есть этот принцип, он годится на очень многие головоломки. На очень многие. Мастерс Куб отличается только угловыми элементами. Вот они, угловые элементы. Вот, вот здесь вот их нету. Они здесь появились. Мы тоже. Это, по сути, 5 на 5 на 5 версия с Куба. И решение у нее похожее на вот эту головоломку. Только здесь вот есть лепестки. Здесь вот этой штуки нет. Здесь просто как будто вот, вот эти 4 штуки их урезали в вершины. То есть, это, в принципе, как бы дает идею сделать Мастер Пирамидс из Мастер Куба именно вот пропорциональную версию. Там, ну, там посмотрим. То же самое. Это, по сути, 5 на 5 на 5 версия с Куба. То есть спариваются центральные большие элементы. Потом тройки ребер и углы гоняются. То есть собирается потом как с Куб. Все. Главное его правильно спарить изначально. Тогда не будет ситуации в конце, когда вот три вот так вот угловых элемента надо поменять местами. Когда я напоролся первый раз, я понял, что мой метод сборки, он неправильный. В нем принципиальная ошибка, которая... Я просто не понял механизма головоломки. И вот такую ситуацию, по сути, когда получается вот такая вот ситуация, три угловых элемента поменены, вы не сможете его собрать никак. Вот этот вот центр, он как бы должен быть повернут на, скажем, на 90 градусов в ту сторону. Я его спарил изначально неправильно относительно внутреннего куба, который внутри него находится, с Куба. Внутри, которого мы как бы не видим, но он как бы там есть. Он, по сути, повернут на 90 градусов. По сути, надо повернуть грань обратно и присобрать куб заново. По такому принципу собираются очень многие головоломки, где спариваются реберные элементы. Тот же, только, в принципе, спариваются элементы в целом. Камуфляж там, не знаю. Можно также собирать таким образом... Там, тут, что там еще так спаривается? Ну, в общем, многие, практически все головоломки. Это такая технология, она очень интуитивная, простая, все делается только лишь четверками. По поводу этого куба, я сказал, как его собирать. Спариваем тройки элементов, собираем как с Куб. Если у нас как с Куб не собирается, возникает вот такая ситуация, вот она, вот такой элемент. Это значит, то, что этот элемент просто был случайно повернут относительно этих. Мы должны просто вернуть эти три элемента на свои места. По сути, ситуация здесь вот возникала такая же, как здесь вот, где три угловых элемента надо было поменять. То есть здесь вот, по сути, ситуация, решение такое же. Сдвигается грань на 90 градусов и пересобираются элементы. Все. То есть вот и все, ребята. В том видео предыдущем люди удивлялись, как я заменил эпоксидку для щелей, что я взамен этого использовал. Но я расскажу вам, как это сделать. На самом деле способ очень интересный. Вот. Ну все, удачи. Я вас прошу придерживаться той методики сборки, которую я вас наталкиваю внимание, скажем. Вот. Потому что именно таким способом можно собирать многие головоломки, которые существуют на этой планете. Именно спаривание элементов, не обязательно ребер, пусть у углов там, или каких-нибудь других элементов, по такому же принципу спарили, заменили и то же самое сделали. Вот. То есть, вот. То есть, чтобы окончательно понять принцип спаривания элементов, реберных, советую вам собрать камуфляж куб. Там очень, там грани блокируются зачастую при спаривании элементов. И, короче, посмотрите, как там угловые элементы спарить, чтобы собрать кубик. Как 2 на 2 на 2 потом. Очень интересный камуфляж куб. Вот. Потому что у многих из вас дохрена лего. И можно из четверки сделать камуфляж. Вот. Все. Вот такая головоломка. Никакой сложности у нее не было. Почему вы не смогли ее собрать? Я не знаю. Я собрал ее очень быстро. Вот.
быстрее даже, чем смог приобрести, потому что, как бы, ну, как бы, потому что изначально, как, когда я увидел ее, вообще узнал, что существует такая головоломка, я, ну, не мог ее нигде найти, вот. И у меня там была такая программа на компьютере, называется Ultimate Magic Cube. Я сделал там вот такую головоломку и собрал ее. Достаточно быстро, то есть тоже так же собирал. Вот профессор Пирамидкс я бы хотел бы подкупить, которых вот на один слой больше вот так вот, но такого никогда не произойдет, к сожалению. Профессора Пирамидкса никогда не будет, потому что вот это ребро, вот писать, что здесь вот один слой, это ребро, оно при повороте вот здесь вот будет свисать полностью, и здесь оно тоже бы свисало бы полностью, то есть этому реберному элементу не хватило бы места зацепиться элементарно. Поэтому профессор Пирамидкс Шэнгшоу и не выпускает. Также Шэнгшоу выпустила все вот эти Минксы, Додекаэдры. Петаминкс так и не выпустила, к сожалению. Не знаю почему. Неужели невозможно сделать Петаминкс не скругленной формы? Вот не знаю почему, кстати. Может, механизм слишком сложный? Не знаю. Собирайте головоломки, собирайте их интуитивно, не используя сложных каких-нибудь мудреных алгоритмов. И тогда у вас и в жизни все будет очень просто. И хорошо.